Американские СМИ сегодня обсуждают оплошности и ляпы Барака Обамы, совершенные на этой неделе. Сразу после своей ежегодной речи о состоянии страны, президент США отправился в поездку по этой самой стране. В штате Небраска Обама выступил перед студентами университета в Омахе и вызвал смех в аудитории, когда попытался, но так и не сумел, вычислить возраст государства, которым руководит уже 7 лет. Выступая в Конгрессе, я особо отметил, какая великая у нас страна. Она не потому великая, что я ее возглавляю, а благодаря всему, чего США достигли на протяжении своего существования за 250 лет. Ошибся Обама всего на 10 лет, но вопросами истории все не ограничилось. В штате Луизиана американский президент так увлекся рассказом о величии Америки, что позабыл, где именно выступает. И речь перед жителями городка Батон-Руж закончил словами «Спасибо тебе, Новый Орлеан».